школе номер 27 состоялась дискуссионная площадка «Крепка семья, крепка держава». Как современные дети понимают семейные ценности и традиции? Общие игры с детьми. Ну, например, у кого есть младший брат или сестричка? Ребята поднимают карточки розового цвета. Значит, в их семьях такая традиция есть. Зеленых карточек, означающих, что такого в семье нет, значительно меньше. Совместные походы за покупками по выходным. Гости дискуссии – представители Православной Церкви, настоятель храма Донской иконы Божьей Матери протоиерей Роман Амплеев и его помощник Инна Викторовна Саханина. Школьники внимательно слушают притчу. В одном из государств была очень большая, крепкая семья. И в конце концов эта семья превратилась в целое село, где все жили счастливо, мирно, дружно и очень-очень хорошо. Владыка тех мест узнал об этой семье, приехал туда и решил сам все проверить. Почему же они так живут, все хорошо, ведь все родственники, никто не ругается. Он пришел к старейшине этого села, и тот долго-долго что-то писал. Но владыка думает, наверное, он очень старенький и малограмотный, поэтому он долго все пишет. И когда он написал, он подал бумажку владыке и говорит: тут написано всего три слова, но эти три слова повторяются аж 100 раз. А кто-то может сказать, какие это были три слова? Самые важные для семьи. Верность, любовь. Любовь угадали. Счастье. Нет, дружба. И еще два очень важных слова. Терпение и смирение. Владыка спросил у старца, и все? На что старец говорит: нет, это надо повторять каждый день по 100 раз. И в этом залог счастливой, долгой, большой, совместной семейной жизни. Разговор получился интересным и познавательным. Инна Викторовна рассказала о священном обряде венчания и ответила на вопрос, как церковь относится к гражданскому браку. А еще рассказала о сути слова «семья». Хорошо, что ребята знают, что семья – это не только папа, мама и дети. Это еще и бабушки, и дедушки. И чем семья больше и крепче, тем сильнее наше государство.